Есть поклевка на равномерной проводке. Ага. Траву завел, но вытащил. Окушок. Вот он хорошенький. Ну, такой средний размер. Для нашей местности неплохо. На блесну манати клюнул. Довольно интересный дизайн у нее. Блин, засекся как. Вот как она выглядит. Тут у нее четко видно 3D глаз, он такой выпуклый. Жаберная крышка, плавник. Здесь чешуя из чеканки. Чеканка сделана. Подвесной хвостик розового цвета. И тройник 8-го номера.